кампанії виграють. А в цілому, як ви, от підсумовуючи цей візит до Одеси, президент, я читав інформацію з непідтверджених джерел, що планували, в принципі, підняти оцей танкер, який лежить вже там кілька місяців на березі, і з нього виливалося пальне, яке вважається великою катастрофою, аварією екологічною. Ну і от хотіли так зробити, але щось не вдалося, якось не встигли по термінах. І в цілому, наскільки це іміджева поїздка? Бачимо, що президент не зраджує своїй традиції виходити до простих людей, сходив, скупався на узбережжі, заночував в популярному готелі. Год назад он купался с Богданом в том же месте, на той же ржавой лестнице, в той же вонючем море Одессы, в котором плохо работают очистные сооружения. В этом году уже Богдана нету, поэтому, наверное, это говорит о том, что президент продолжает играться в отказывающего взрослеть мальчика. Он продолжает быть мальчиком. Вот это вот ходит. Единственное, что он пополнил. Единственное, вот это, когда он шел, это было очевидно. То есть мы видим, что он какой-то баланс массы у президента. Да. Порошенко худне, Зеленский набирает. Да, да. Ну, понимаете, когда человек попадает в такую власть, то, что мы говорили, вот этот дворец, вот это все, вот это все подчиняются, вот это он говорит, а оно якобы делается, потому что вокруг президента начинается игра. Его как бы берут в кокон. И с ним играет тот же Ахметов, тот же Коломойский, тот же Пинчук, потому что они решают свои интересы. С ним играет его окружение. И вот эти слухи, которые потянулись как раз из дворца президента, что с ним, оказывается, играет еще и Мендель, и тогда мы понимаем, что вряд ли он сейчас владеет ситуацией в стране, потому что если у него действительно такого масштаба семейные проблемы, это развод, а это уже скандал уровня там Моники Левинской. Ну, це серьезные заявы. Давайте джерела, на какие вы посылаете, взагалі, что это за информация, звідки вы ее отримали? Это модель поведения. Модель поведения, и мы же все-таки, я нахожусь на Печерском холме, и я слышу, какие культивируются разговоры вот в истеблишменте, которые близко находятся. Да. И сами слуги народа, они озабочены тем, что происходит. У многих идет эта утечка информации. Эта утечка информации началась еще с марта месяца, когда Мендель только появилась. Эти фотографии, которые начали выходить, эти их фотографии, где они, ну, щека к щеке фотографируются. И я когда... пам'ятаю лише знімок там, де вона, і за це критикували, що це є порушенням етикету, вона поклала руку президенту на плече на якомусь знімку. Да, але це був знімок неофіційний, це просто для власного оцінки. Є ще знімок, де вони щека к щеке. Ну а когда потом этот скандал начал разгораться еще в марте месяце, а пришел коронавирус, и коронавирус затмил собой скандалы. Одна из версий, что вот заразили, якобы болела жена президента, потому что это был большой обман, потому что нужно было скрыть информацию, что они живут отдельно. То есть он живет там за городом или она, а она живет в квартире в Киеве. Поэтому эти все слухи культивируются. Но для меня, когда я с точки зрения сказок анализирую модель поведения человека, то модель поведения сегодняшнего Зеленского полностью укладывается в эти слухи. И если эти слухи завтра подтвердятся, это катастрофа для политического истеблишмента. Потому что фактически рейтинг президента рухнет почти до нуля. Потому что женщины Украины не простят подобные измены. Мендель будут ненавидеть, жене президента сочувствовать. Мы просто должны представить, что это произойдет. А слуги народа понесут такие потери имиджевые, что они не связаны с дальнейшим проживанием этой фракции. И вот тогда начнется распад на группы, вот тогда начнут уже от слуг народа мы не были в слугах, мы уже хотим к какому-то пристанищу пристать. И здесь олигархи начнут собирать себе урожай в виде отпавших депутатов, предлагая им деньги. Поэтому мы, мне кажется, сейчас по модели поведения, потому что сказки также прогнозируют, что катастрофа произойдет еще дальше. Что будет дальше? Когда уже скандалы случаются со всеми, а подобные скандалы сексуальные бывают и там в Америке они были, там с Кеннеди. Ты еще Насим Талеб называешь черным лебедем? А это что, ну, черный лебедь — это более масштабная ситуация, а в данной ситуации это неуравновешенность президента и его нестойкое поведение, потому что мы как, ну, я как психолог смотрю, как он ведет вот в последних интервью, вот эта вот поездка в Одессу совершенно бессмысленная, вот эта ржавая лестница, купание. И ты понимаешь, что что-то не так с президентом. И ты, конечно, начинаешь прислушиваться, что говорят из окружения. И когда начинают культивироваться подобные слухи по поводу, что Мендель является пресс-секретарем и любовницей, а сейчас и сегодня начали говорить о том, что она еще и беременна. Подождите, ребята, это что такое запускается? Это чутки от людей, которые хотят до оточения. Стоят, да.
Вы можете верить в это, можете не верить в это, но если, знаете, дыма без огня не бывает. Потому что мы должны понимать, что поведение неадекватное. И мы сегодня скорее смотрим на поведение, на модель поведения президента, потому что президент неадекватен. Он, получается, ездит по местам и отвлекает наше внимание. Потому что что он делал в Одессе? Что он делал на этом стадионе? Это не президентский уровень. Что он делал, какие заявления он делает? То есть вообще, что он объявляет? С кем он ведет серьезные переговоры? У него ведь война на Донбассе не закончилась. У него мирные переговоры не идут вообще. А народ его выбирал за мирные переговоры. И мы видим, как по модели поведения, это играющий мальчик. Это вот тот вот младший брат, который от кота в сапогах все получил, но совершенно не готов к роли президента. А сейчас еще и сексуальная несдержанность. А сейчас еще и любовница в президенте. То есть ми повинні зрозуміти масштаб трагедії. А якось ви аналізували, прогнозували, що це може вилитися, в принципі? Это полная дискредитация президента, это падение, полное в ноль рейтинга слуг народа, это понятие того, что играющие мальчики, ну, помните, Питер Пен приходит на этот остров потерянных мальчиков, которые не хотят взрослеть. И мы понимаем, что мы имеем дело с детским садом. Конечно, воспользуется оппозиция. Та же самая Медведчуковская. Они начнут поднимать это все, культивировать. Воспрянят там шарии и все прочие. Начнут осуждать, конечно же. Это все выльют в эфиры. И ток-шоу будут, может быть, с пятницы уже орать про это. З іншого боку, досить дивно, чому ця інформація ще досі не просочилася у ЗМІ. Бо ми бачимо велику кількість скандалів. Пам'ятаємо, плівки Геолероса, дві пачки. Плівки Гончарука, якого писали. Корнієнка з Сосною. Баба-да. Підтверджується. Так і баба-да. Чи ще консенсусу якось, аби це все вскрилося, поки немає? Чи... Количество зашкваров уже зашкалює. Они вот как-то тесняться. И должен произойти какой-то глобальный зашквар. И на сегодняшний день, вот опять же говорят, а я говорю, тоже задаю вопрос, а почему оно не взлетает? Потому что они говорят, сдерживают информацию до хорошего времени. А хорошее время обычно это удачное время для пиара. И я думаю, что удар готовится. Удар готовится по всем средствам массовой информации. Хто може бути автором такого удару? Ну, сьогодні кому це вигідно? Дестабілізація в країні. Понятно, Медведчуковським, Пінчуковській Росії і олігархату, який не може ніяк захватити. От Пінчуковському Коломойському хотілося б в Нацбанк влізти, щоб прекратити судебний процес про себе. Пінчуку желательно остановити шествие президента по... Не президента, а слуг народу, який запускає сюди євроінтеграторів, тому що вони захватили всі державні заводи. Другим олігархам, там, тому же Ахметову надо остановить процесс, когда на него наезжают постоянно с антимонопольными делами и с энергетикой. То есть у них у всех свои задачи. И они сейчас видят, что президента либо сделает ручным, управляемым, а вот подобный скандал сексуальный, он может сделать президента ручным и управляемым. И разбить парламент на запчасти. И вот тогда в этой дестабилизации можно будет поменять конфигурацию власти. Потому что на сегодняшний день конфигурация власти у них пока еще юридически монобільшість. А про Олену Зеленську ви говорите про те, що підозрюєте, що вона насправді не хворіла коронавірусом? Я думаю, ні. Не болела. Они бы, наверное, освещали бы по-другому, освещали бы протоколы больницы, они бы освещали, все-таки она жена президента, это и нам было важно бы видосики знать. Были и там. Да, ничего, это значит, она была, она самоизолировалась, она, ну, наверное, ушла с детьми, ну, как обычно поступает женщина, так горите вы все огнем, не хочу никаких интервью. То есть, я же говорю, модель поведения президента, жены президента, окружение его, полное молчание вокруг этого, оно говорит о многом. А з іншого боку, Олену Зеленську знаю ще до її президентства, як одну з авторок «Кварталу 95», людину з гарним почуттям гумору, самоіронією. Та, ну, і після образів Людмили Янукович, після дружини Леоніда Кучми, яку також майже не знали. Ну от Марина Порошенко, Олена Зеленська таку встановили гарну традицію того, що у нас такі інтелігентні. Вона була прекрасна. Вона і є прекрасна президентська жінка. Если произойдет вот это, то, что я говорю, то это очень печально будет. Это, ну, разрушится, семья, что уже плохо. Разрушится ее жизнь в какой-то степени. Катастрофа для Зеленского. Катастрофа для Менделя, если действительно это так. И она как пресс-секретарь повела, конечно, безответственно. Если это они сделали, то это безответственное поведение обоих. Потому что вы возглавляете страну, на вас лежит ответственность. И если вы допустили эти шашни во дворце президента, где вы оставались все время вместе, то
Це нехорошо. Ну, з іншого боку, якщо вірити тій інформації, яку ви розповсюджуєте, то це не можна буде приховувати за певний час, якщо вірити інформацію про вагітність. Якщо пішли такі слухи вже на Печерських холмах, це, як правило, потім підтверджується вже. Просто через деякое время почнеться виходити це все із дворца президента. І ви бачили, да, самоізоляція самого Зеленського, і нам не показали, як він з сім'єю. Він, до речі, на один день раніше покинув необхідну самоізоляцію. Нам не показали, як він з сім'єю, як він ухажує за жіною. Ти ж на самоізоляції знаходишся, ти з жіною, мабуть, знаходишся, там же і діти где-то, да? Там. Вона ж не ізолірована в лікарні, ви в домашньому очагі, де фотографії, де відео, нічого нету. Тобто ми бачимо, що це явно люди вже проживають віддільно.